Глава Чувашии находится в командировке в Нижнем Новгороде. Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Руководители регионов обсудили развитие рынка жилищного строительства. В республике за два прошедших месяца было построено свыше 550 квартир. Увеличились на 40% и темпы ввода индивидуального жилья. В прошлом году в Чувашии было введено порядка 160 тысяч квадратных метров. По прогнозам, в 2018 году покупательский спрос в регионе увеличится в несколько раз.